Виктория Лопырева стала мамой менее 2 недель назад. Модель родила сына своему возлюбленному, гражданскому мужу Игорю Булатову. Счастливые родители вместе с новорожденным сейчас живут в Майами. Сюда Вика и Игорь уехали за месяц до родов и планируют провести тут ближайшие месяцы, пока в России не закончится фактическая зима. На днях Вика показала первые фото с младенцем, а теперь случайно выдала его имя, которое не хотела раскрывать до поры до времени. Сторис личного блога Лопырева опубликовала благодарность своей подруге за подарок сыну. Она показала на фото милый костюмчик и поздравительную открытку. В ней по-английски написано пожелание, чтобы Марк Леонель рос счастливым и здоровым. Ранее Виктория говорила, что у ее сына очень сильное имя. Видимо, модель выбирала, как называть мальчика, изучая и характеристики имен, и их энергетику. По европейской традиции Лопырева придумала двойное имя. Ну, и как верный футбольный фанат еще решила использовать имя одного из самых талантливых футболистов в мире, Лионеля Месси.